В общем, вот это видео наглядный пример того, что бы было, если бы фильмы переводили через промпт. Лесной болван. То есть вы поняли, да? Все переведено абсолютно дословно. Я думаю, вы испытаете оргазм ушами, когда услышите весь этот эпичный пиздец. Итак, дамы и господа, фильм «Форрест Гамп» в переводе промпта. Ты можешь сидеть здесь, если ты хочешь. Я никогда не видел ничто столь красивое в своей жизни. Она походила на ангела. Хорошо, ты собираешься сесть или не являешься тобой? Блять! Интересно, что бы ему пришлось ответить, если бы он не захотел присесть? Я уже представляю бытовой случай в московском автобусе. Бабуль, присаживайтесь. Ой, да нет, внучок, спасибо, я не являюсь собой. Что не так с твоими ногами? Ничто вообще, спасибо. Мои ноги очень хорошо и дэнди. Мои ноги очень хорошо и дэнди? Судя по тому, как в переводе пропущены неизвестные слова, я могу с полной уверенностью сказать, что этот текст переведен с помощью промпта. В принципе, в этой сцене ничего особо смешного больше нет. Но вот то, что происходит следующее, это, мягко говоря, шедевр. Эй, кукла! Ты задержан или просто глупый? Послушай, я лесной болван, только убежавший лес. Управляемый лес, убеги, поспеши. Получи велосипеды, давайте получим его, давай, выглядь эффективным. Мы собираемся получить тебя. Беги, лес, которым управляют. Блять, как много всего! Как много произошло хуеты, про которую я обязан сказать. Я даже с чего начать не знаю. Ну, например, вот этот момент. Эй, кукла! Ты задержан или просто глупый? Я просто пытаюсь придумать ситуацию в реальной жизни, где бы можно было использовать эту фразу. Во, придумал! Ты задержан или просто глупый? Ну и, наверное, самый лучший момент всей этой сцены. Получи велосипеды, давайте получим его, давай, выглядь эффективным. Получи велосипеды и давайте получим его, это, конечно, довольно-таки неплохо. Но что действительно меня вынесло, это... Выглядь эффективным. Блять, выглядь эффективным? Это вообще как понять? Ну вот неужели человеку, который читал текст, эта фраза не показалась хоть чуть-чуть странной? Или он это специально? Мне кажется, только сутенер такое может сказать. Эй, сука, выглядь эффективно, а то, блять, никаких бабок не увидишь. И вообще. Я лес, лесной болван.